Здравствуйте, друзья, подписчики, гости и неравнодушные к нашему творчеству, к авторским стихам и песням нашего канала. Доброго всем здоровечка! Ну, сейчас прозвучит песня, опять же новая, как вы поняли. Она такая необычного стиля, скажем. Вот. Не буду долго рассказывать об этой песне. Вы все узнаете своими ушами, послушав, поглядев. Вот. Итак, друзья, новые песни, как всегда. Итак, поехали. Беспокойное сердце и матери слезы. Едет сын воевать на войну. Наступила весна, плачут всюду березы. Может, плачут они, но кому? Ему от роду 40, в конфликтах бывалый. И опять предстоит воевать. Но когда и опять сын увидится с мамой, но кто родину должен спасать? И опять по привычке боевой дух и сила, автомат, как всегда, боекомплект. При погонах и лычках звони, хоть и было. Он контрактник судьбы сколько лет. Лишь поймет только мама своего она сына. Почему сын воюет? Почему и за что? Это значит, так надо. Мать за сына молила, милость Божью просила. Бог хранил, чтобы его лишь поймет только мама своего она сына. Почему сын воюет? Почему и за что? Это значит, так надо. Мать за сына молила, милость Божью просила. Бог хранил, чтоб его письма с фронта не пишет, потому что так надо. Связь по спутнику лишь для него. И опять снова в бой, где-то рвет канонада. Нужно просто успеть, вот и все. Вражеский вновь обстрел, под обстрелом зачистка, и дома все как призрак стоят. Точку взяв под прицел, есть повышенность риска, но на родине нашей солдат. Воздух порохом пахнет, обожженной травою, красота лишь от белых берез. Грусть немножечко ляжет, обреченной судьбою. Почему столько горя и слез? Лишь поймет только мама своего она сына. Почему сын воюет? Почему и за что? Это значит,
так надо. Матью за сыном просила, милость Божью просила. Бог хранил, что было, лишь поймет только мама. Своего она сына, почему сын воюет? И за что? Это значит, так надо. Мать за сына молила, милость Божью просила. Бог хранил, чтобы...